Друзья, вы только посмотрите на всю эту красоту! Как же это далеко и великолепно! А, кстати... Привет, друзья, Фиксай, добро пожаловать обратно в Майнкрафт! И посмотрите, у меня целое одно сердечко! Интересно, почему? Я вам сейчас вкратце расскажу. Наверняка вы помните мое видео, где при каждом взрыве крипера у меня увеличилось ХП. А вот, кстати говоря, оно. Можете посмотреть по подсказке справа, очень интересно. И сегодня у нас будет практически та же история, но только ХП будет увеличиваться с каждым копанием. Точнее, с каждым 25. Компаниям. И моей задачей будет обрести максимальное количество ХП и пройти Майнкрафт. Я думаю, это будет очень интересно, так как у меня всего лишь сейчас одно ХП, и при каждой, например, смерти я буду терять все свои набранные ХП. Поэтому нам умирать вообще нельзя. Но зато я знаю, что можно вам, друзья. Угадайте. Правильно, поставить лайк, а также подписаться на канал. Если вы, конечно, до сих пор этого не сделали. Давайте мы, как всегда, наберем на этом ролике целых 100 тысяч лайков. И завтра... 100% выйдет видос. Ну да, выйдет видос. Вот мне, на самом деле, очень-очень сильно нравится вот этот вот камень серый. А знаешь почему? Потому что, когда нажимаешь на кнопку подписаться, кнопка тоже становится серой. Не веришь? Проверь. А мы начинаем. Приятного просмотра. Ну что же, господа, мне бы сейчас аккуратненько спуститься с этой горы, да не разби... Ну да. Как я, в принципе, и полагал. Самое интересное то, что я возродился моментально. Да вы издеваетесь, почему здесь деревья только на горе? Тихо, в воду падаем. Слава богу. Пошла жара, добываем дерево. Дерево это, конечно, хорошо, но фиксогений. Подождите, а что со мной произошло? Нет! Только не говорите, что у меня мир завис! Я когда-то уже играл в рандомный крафт, и у меня такая же проблема была. Боже мой, что со мной происходит? Ну, вроде бы все кравится, все работает. Без проблем походим сами вот примерно в таком виде. Ну что же, начнем давать наш первый булыжник. Опачки, отлично! Напоминаю, нам нужно скопать целых 25 булыжников для того, чтобы увеличить наше ХП. А самое главное, на максимальном количестве здоровья будет один очень-очень приятный сюрприз. Вы должны будете это увидеть. Нам самое главное просто дождаться этого момента. Вот с каменной киркой будет все намного и намного быстрее. Как бы там ни было, мне нужно успеть хотя бы до 5 хп вырасти, пока не наступила ночь. Значит, ночью, боюсь, мне будет очень-очень плохо. А вон там я вижу уже хороший биом. Точно, нужно найти деревню, чтобы быстро-быстро поспать. Гравий на всякий случай возьмем. Эх, надеялся, что с первого раза выпадет, но нет. И не со второго, и не с третьего, и не с четвертого. Пятого! Ну пускай, пускай. I like you, Kaji! I like you, Kaji! I like you, Kaji! Я ее вижу! И как всегда, нету кузницы. Я, кажись, должен попасть в воду! И да! Ух, слава богу. Быстрее, уже начинает темнеть. Если найдем еду, будет замечательно. Хотя она мне вообще не нужна. У меня один хп всего лишь. Что я там буду восстанавливать? Господи, я думал то, что это игрок какой-то пошел. Это очень-очень странные жители. Что так много фермеров? Вас что, приручить что ли? Так, съесть голем, а значит есть халявное железо. Как бы только это беспалево сделать, чтобы он меня не ударил ни в коем случае. Опачки, у меня увеличилось ХП, вы это видите? Это потому что я гриб скопал. Иди сюда, голем, ну куда ты пошел? Все, давай, никуда не уходи. Опачки! Больно, да? А! О боже мой, какой умный голем! На ступеньку значит он залез. Может ты еще башню построишь здесь, заберешься ко мне? Житель, не мешай! Ой, боже мой! А-ха-ха, как мне страшно! Наконец-то! Главное аккуратненько спуститься. Три железа! Вообще отлично. Сразу же сделаем себе железную кирку. Так, с 2 хп у нас уже есть, но они не восстанавливаются. Нам либо делать золотые яблоки, или же... Просто очень-очень много кушать. А кушать вы знаете, я люблю. Да что с тобой происходит? О, а вот и еда. Вы думали я про сено? Нет, я про этого сочного жителя. Ребятушки, одну секунду. Ух, это было вкусно. Теперь самое время поспать. Ха-ха-ха, вы посмотрите, я... Это самый странный сон в моей жизни. Особенно с жителем наверху. О боже, только не скелет, одна стрела и все, мне конец. Так, здесь есть шахта. Кажись, шахты здесь нет. О, здесь есть шахта. И кажись, это реально шахта. Нет, это не шахта. Зато здесь есть уголь. А вот углем как раз-таки сейчас это будем. Мне нужно еще приблизительно 20 блоков для того, чтобы я смог прокачать свое ХП до следующего уровня. А мы с вами неплохо так идем. Давайте просто подавай. О, все увеличилось, у меня уже 4 хп. Замечательно. Я нашел железо. Конечно, плавить его очень-очень долго. Надеюсь, там есть плавильня. Может быть, алмазы еще найду? А почему бы и нет? А вот и золото. Прыжок слома! Алмазов нету! А! Что это сейчас было? А! Да что происходит вообще? Откуда там крипер взялся? Я его даже не увидел, я моментально возродился. Как страшный сон реально какой-то. Уйди отсюда, пожалуйста. Ты что здесь стоишь? Как мне выбраться и не умереть? Я не понимаю, мои хп. О нет, они заново, их заново надо прокачивать. Ладно, давайте вернемся в эту шахту все-таки. Нет, не в эту, здесь нету шахты. Вот именно там и взорвался тот крипер. Я слышу зомби. С одной стороны это хорошо, с другой нет. Здесь есть куча земли. Так, это очень странно. Да
ладно? Вы посмотрите, что мы с вами нашли. И самое интересное, нам очень сильно повезло. Мы сейчас без проблем сможем сломать спавнер. Самое главное, это найти центр этого данжа. Так, у меня уже 2 хп. В принципе, неплохо идем. Блин, а где же центр? Там очень много зомби, мне страшно. Нельзя, чтобы они упали ко мне. Ладно, пускай центр будет здесь. О, я вижу спавнер, Нет, он не прошел, он не упал ко мне, как мне повезло сейчас. Хорошо, спавнер мы с вами уничтожили. Теперь давайте искать сундуки. Здесь нету, здесь тоже нету. Здесь тоже, а где сундуки? И вижу. Прям копаем здесь, ничего не получаем. Да. Нету сундуков больше там. Ужасный данж, ужасный, но тактика реально прикольная. Ребят, вы посмотрите на это! Какое огромное количество лавы! Я думаю, то, что мы с вами здесь можем и задержаться. Сейчас абсолютно все переплавим и сразу же сделаем портал в ад. Вы это видели? У меня еще хп увеличились. Скоро будут самые обычные хп, как в нормальном Майнкрафте. А этот что, ненормальный? Нет, как видишь, ненормальный. Тут и вода есть, тут все есть. Главное все это дело теперь осветить. А то не хватало тут нам еще зомби каких-нибудь. С той стороны бы тоже было бы неплохо осветить. Только как туда пройти? Нифига себе! Вы видите, сколько у меня хп? Так, стоп, надо срочно отхилиться. Делаем верстак, делаем хлеб. Я уже начинаю чувствовать всю мощь. О, нет, минус факел. Мне все равно копать и копать, поэтому прокопаемся на ту сторону. Вы посмотрите на мои хп! Как же они растут, с какой скоростью! Они просто умножаются! Я слишком много трачу свою каменную кирку. А если мы алмазы найдем? Мне придется ждать, пока у меня железо переплавится. Да ладно! Она так и работает в жизни! Нужно просто про... Бог ты мой! За что? За что мне это? Стоило мне только найти алмазы! И сразу же все набросились! Но крипер в лаве это было смешно. О, да! Алмазики! 4 штуки уже! Сколько их здесь? Подождите! 9 алмазов! Это ж вообще замечательно. Да, зомби? Тут мне кажется, или моих хп стало еще больше? О нет, о нет, о нет, о нет, о нет, о нет! Сейчас будем выключать там свет! Хи-хи-хи! Нормально! Хи-хи-хи! Просто идеально! Ну что я могу вам сказать? Я не пойму, куда бежать! Опачки! Это очень интересно. Это очень невероятно. Придется возвращаться обратно. Как не убить того скелета? Точно, нужно же покушать хлеба. И нужно просто осветить там территорию. Так, ладно, все, спидран, поехали. А нет, не поехали. ХП нету. ХП очень долго регенится. Хлеб это плохая еда. В том плане то, что она не регенит. Мало сатурейшена. Насыщенность. О, перевод с фиксайского. Спасибо. А, нет, это перевод с английского был, точно. Если перевод с фиксайского, то, например, если я назову камень. Камено. Камень. О, фиксайский, спасибо большое за перевод. Минус кирка. Я не в обиде. Все, ставим факел. О, может так зомби можем легко убить? Вот этот вот скелет, который находится наверху, он прям как, не знаю, как страж какой-то. Знаете, раньше крепости были, и там мужики такие стояли с луками, охраняли крепость сверху. Либо на горе какой-нибудь. Вот он тоже самое. Боже мой, он опять целится в меня, не надо. Так, все, освещаем, освещаем. Тихо, 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 все, бежим. Итак, друзья, будущие приблизительно минут 10 я буду плавить и крафтить. Плавить и крафтить. Поэтому вернемся с вами через секунду. Ну что я могу вам сказать? Вы посмотрите на мои хп. Я перешел на следующий этап, пока все это дело снова добывал. Я скрафтил плавильную печь. Вы не представляете, но это капец как сложно. Вы только посмотрите на его крафт. Здесь у меня, кстати говоря, еще есть гладкий камень. Самое интересное, я не знал то, что гладкий камень вообще можно скрафтить. Думал то, что это креативная штука. А оказывается, он делается при переплавке обычного камня. Это просто шок какой-то. Мне кажется, с камнерезом было бы намного проще. Но вы только посмотрите на эту скорость. Я вам максимально рекомендую плавильные печи. Потому что раньше там пользовались индастриалом, делали супер навороченные печки. А зачем это надо, когда теперь есть просто плавильная печь? Опачки, уже 2 штуки. Бам-бам. Все легко и просто. Какой же класс. Причем золотая руда, по-моему, еще быстрее плавится. Я себя чувствую каким-то ученым сейчас. Но мы близки с вами к максимальному уровню нашего хп. Ну что же, самое время возвращаться обратно. Подождите, стоп, кажись, это максимальный уровень. Вроде бы ничего не поменялось. Я как был фиксаем, так и остался. Да и скорость никак не изменилась. В чем же изменение? Все легко и просто, смотрите, мы сами открываем инвентарь. Сила, сопротивление, а также спешка. Всего этого раньше у меня не было. Это все благодаря этим хп. Но если я умру, то все эти эффекты потеряются. Как и, в принципе, мои хп. Так, теперь самое интересное. Насколько быстро я могу теперь копать? О боже мой, вы посмотрите на эту скорость. Я будто бы назритого кирка на эффективность 5 копать.
понимаю. Вот это я понимаю, класс. Так, а как будет каменной? Ну, каменная как будто бы алмазная кирка на эффективность 5. Боюсь представить, что будет с алмазной. Мне кажется, эти хп слишком огромны, поэтому я лучше сделаю интерфейс немножко поменьше. Эх, все, сломалась кирка. Стоп, что? Трава тоже очень быстро добывается. И дерево. Абсолютно все теперь очень-очень быстро добывается. Вот откуда ты здесь взялся? Думал меня взорвать? Нет, ушки. Во-первых, я хочу себе сделать сейчас ножницы. Во-вторых, конечно же, алмазную кирку. И алмазный меч. Да, друзья, сегодня без топора. Итак, проверяем. Грибы моментально. Дерево почти моментально. Трава почти моментально. Теперь я хочу проверить свою силу. Насколько она сильная. Да, тавтология. Привет, спрут. Пока, спрут. Подождите, лосося. Ну-ка, лосося, иди сюда. С одного удара. Ладно, шучу. Лосося мы и так бы с одного удара убили. Нужно проверить на ком-то более мощном. А зачем я выбрался наружу, если мы хотели портал сделать там внутри? Ладно, придется возвращаться обратно. ХП потихоньку восстанавливается, а мы приступаем к созданию портала в ад. Здорово, братан. Чё, как поживаешь? Нормально? Здесь так горячо, я будто бы в спа. Или же больше это похоже на русскую баню. Тут есть кто-нибудь, кто может веником меня побить? Кажись, нет никого. Ах, да, забыл показать. Посмотрите, как быстро добывается обсидиан. Пару секунд, и обсидиан уже у нас. Зачем я начал делать это все с водой, я не понимаю. Это, конечно, хорошо, но фиксай гений. Но, с одного удара. Тихо-тихо-тихо, вот, держи золото, золото, да-да, очень вкусное, очень классное золото. Так, ты тоже падай туда. Нет, это всякая гадость, мне там не нужно мне. Тут еще кто-то хочет, или мне показалось? Перлы, перлы, я вижу перлы. Так, стоп, секундочку, сколько? 8 штук целых, отлично. Тихо, кто стреляет, кто? А ну иди, плохой кабан. О, боже мой, как вас здесь много. Нет, у меня мало хп. Так, стоп, тут еще что-то есть. 13 перл. Подождите, они вообще мне урон не наносят, ребят. Ну, раз вы мне уже больше не нужны, офигеть, как же вас здесь много. Почему, когда я играю более-менее обычный Майнкрафт? Обычный. Да, в обычный. То мне пиглины вообще не попадаются. Как только они мне совершенно не нужны, их миллиард просто. Неужели сопротивление 6 настолько классно и сильно работает? Вы посмотрите, сколько их там. Откуда? Просто откуда вас здесь столько, ребята? Кто вас нарожал? Я не понимаю. Стоп, а почему он мне урон? Мне урон наносится? Вот этого я сейчас не буду. Стой, ударь-ка меня. Мне реально урон наносится, почему? Сопротивление 2? Как это работает? Может быть, по мере восстановления моих хп у меня уменьшаются эффекты? Я, конечно, не уверен, но, возможно, так и работает. Ладно, в любом случае, это честно, потому что... Тихо, не убивай. Я ж не должен быть полностью бессмертным. Ай-яй-яй, больно. Тихо. Вот зачем я спрыгнул, я не понимаю. О, нет. Боже мой, как я сейчас испугался. Нормальный лут такой. Вы сейчас будете в шоке, но в этой крепости нету ни одного спавнера эфритов. Абсолютно ни одного во всей этой гигантской крепости. Я ее так долго искал. Почему? У меня еще такого никогда не было. Представьте, я спидранер. И что мне делать в такой ситуации? Я не понимаю, как это возможно. Даже с него ничего не выпало! Из того ничего не выпало! Я просто в ярости! Я ненавижу эту крепость! Вот бы сделать бы с ней что-нибудь! Боги Майнкрафта, помогите! Хотя ладно, ничего я делать не буду. Не-не, точно ничего делать не буду. О, классное испытание. Может быть, в гости к ним заскочим? Хотя не, мы и так сильны. Зачем на слабаков тратить время? Что они нам сделают? Мы сильные и независимые мужчины. Тендермен, я нашел. Это уже, друзья, другая крепость. И вот сразу же, нормальная крепость сразу же видно. Два огненных стержня с двух эфритов. Так, очень опасно, пожалуй, пойду-ка я отхилюсь. Та-дам! Наконец-то у нас с вами полный ХП! Осталось уничтожить этих эфритиков. Ай-яй-яй-яй, больно вообще-то! А почему так ХП быстро уходит? У меня пропал резистанс, полностью вся защита пропала! Вы поняли, как это гениально? Вы только представьте, когда у нас мало ХП, нас специально защищает, давая нам самый максимальный эффект. Но чем больше ХП у нас становится, тем меньше у нас этот эффект. А в конце так его вообще нету. Я в шоке. Откуда вы здесь? Почему сегодня так много мобов? Сегодня очень странный ролик также. 5 штук уже. Мы близки. 6, 7, 8, 9... Нет! О, нет! Кажется, все, пора валить из ада! Иначе мы будем в заде! Нам здесь больше тут не рады! Это ж сколько мне идти сейчас обратно? Может быть, просто умереть и заново нафармить абсолютно все хп? Не, я так делать не буду. Чё вы меня бьете? Стоп, а уже не бьют. Ребят, помните те 5 золота, которые у меня были? А теперь посмотрите на количество обсидиана у меня в руке. Я сегодня и везунчик, и одновременно нет. Все, валим отсюда скорее. Пора убивать дракона. Дракон, жди меня, господи, где я появился? Пем. Бум. I believe I can fly. Отправляемся мы в край. Друзья, пока я плыву, сейчас будет самый-самый смешной анекдот, который вы слышали в своей жизни когда-либо. Вы готовы? Просто подготовьтесь к этому. Внимательно слушайте. Ребят, хотите рассказать? Скажу анекдот, да? А он вас не хочет!
Капец, блоков реально 500, наверное. И все, я уже здесь. Настало время покорять космос, точнее, Эндер Дракона. Опачки, здравствуйте, до свидания. Куда бежать непонятно, где я нахожусь. Ай, больно в ноге, ничего страшного, потерпишь. Что в сундуке? Ничего. Ай, ща. Опачки, привет. Что у нас тут? Оу. Хатыщ. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Уху. Жик. Ну, привет. Бум. 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 Нормально. Бум. Как там учили Скайварстера? Не помню вообще. Ой, нормально, я немножко перепутал. Бум. Профессионал своего дела. Бум. Немножко опоздал, но неважно. Бум. 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 Красавчик, ну давай, дракош. Осталось только тебя подождать. Стоп, вы это видите? Оказывается, у меня вообще нету задержки перед битьем. Я могу бесконечно бить теперь. Когда-нибудь спустишься? О, благодарю. Интересно, за сколько времени я его уничтожу? На счет три. Раз, два, три. О, боже мой, куда ты полетел? Ну зачем? Я ж только начал. Здравствуй. Он опять улетел. Тихо, 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 я ж далеко от тебя нахожусь. Раз, тоже. Он просто не дает подойти, как же здесь много всего. Ладно, тогда по ногам. Поехали, 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 давай, давай, да! Мы его убили. Мы его убили! Это был суперский ролик! Я не ожидал, что он будет настолько крутым, и что в нем будет столько-столько различных фишек. А теперь просто прыгаем. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравился данный ролик. Если это так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. А для вас дрался Фиксай. Не забывайте смотреть предыдущие видео, они очень интересные. Кликай по ним прямо сейчас. Левое, правое, левое, правое, левое, правое. Вот сейчас я рекомендую правое, а потом можешь посмотреть левое. Всем удачи, до скорой встречи, пока. Увидимся в следующем ролике. Пока!